представляются сотрудниками МЧС. В регионе зафиксированы случаи, когда мошенники под видом сотрудников ведомства якобы проверяют состояние пожарной безопасности, наличие огнетушителей, планов эвакуации, а потом пытаются продать противопожарное оборудование. Главное управление МЧС России по Владимирской области заявляет, сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования. И уж тем более никогда не берут денег у граждан за свою работу. Кроме того, мошенники под видом ведомственного работника могут угрожать проведением каких-либо проверок руководителям торговых центров и других объектов. В региональном тревожном ведомстве говорят, что о подобных проверках предпринимателям сообщается за 3 дня. В случае внеплановой проверки – за сутки. В документе в обязательном порядке указываются цель проверки, предмет, должностные лица, которые будут осуществлять проверку, и сроки ее проведения. О случаях мошенничества следует сообщать на телефоны полиции 02 с городского, 102 с мобильного или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области 39 99 99.